Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим FM-трансмиттер компании Grand X, модель KCU FM29 GRX Black. Что входит в комплект? В первую очередь это FM-трансмиттер. Далее дистанционный пульт управления. Запасной предохранитель. Кабель AUX. И инструкция на украинском и русском языке. Давайте поближе рассмотрим сам FM-трансмиттер. FM-трансмиттер выходит на сгибающиеся ножки. Удобно очень, если у вас прикуриватель находится в труднодоступном месте, вставить прикуриватель, и у вас будет быстрый доступ к самому трансмиттеру. Что находится на самом трансмиттере? Во-первых, это разъем USB, разъем AUX и слот под microSD-карточку. Также есть разъем для зарядки USB. Выходной ток этого разъема 2,1 ампер. Само устройство предназначено для того, чтобы, если у вас магнитола не поддерживает съемные носители, можно было это осуществить каким образом? Выставляете на магнитоле незанятую FM-волну, допустим, это будет 87,5. Такую же волну выставляете на FM-трансмиттере, и у вас устройство полностью готово к работе. Единственное, что осталось, вставить какой-либо носитель, и устройство автоматом начнет его считывание. Также на FM-трансмиттере можно листать треки, папки, ставить паузу, это все умеет это устройство.